Здравствуйте, телезрители! С вами программа «Репортер», я Антон Анисимов. Добавлю вам сегодня новогоднего настроения. Можете заварить крепкий чай, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. На площади Кирова скоро расцветет сад из сакуры, а на площади Куйбышева появится волшебный лес. Самару начали украшать главному празднику года. Иллюминация уже появилась на улице Ленинградской, идет монтаж конструкции на северо-восточной магистрали. Репортер узнал, что еще появится на улицах города и когда Самара засверкает всеми цветами новогодних огней. Электромонтер 5-го разряда Виктор Явкин звезд с неба уже нахватал и в данный момент монтирует их к фонарному столбу. Наслаждаться творчеством питерских дизайнеров он будет как минимум 56 раз. Рабочая задача на сегодня – установить консоли под творческим названием «Звездная ночь» на северо-восточной магистрали. Пока Виктор Явкин с напарником выполняют романтическую задачу, их коллеги по всей Самаре готовят новогодние украшения, а сами жители пока не определились, что бы они хотели видеть на улицах своего города. Снежинки, они же такие нежные. Лишнего не надо, лишнего. Лампочки, ну так, что-нибудь, елочки такое легкое. Потому что деньги надо экономить. Ну так, ну красиво блестит, но не трогает, понимаете? Ну это для детей, для маленьких. Там что-то поблестело и все. Самое главное – природа, самое главное – красота. Природе красоты добавят и подчеркнут ее огнями всех цветов. В этом году особо удивлять жителей не планируют, будут производить впечатление уже проверенными методами. Город украсит светодиодными гирляндами, консолями, подвесами и перетягами. Среди них традиционный герб Самары, русский узор, падающие звезды, радуга, тополь, русская зима. На площади Куйбышева установят Деда Мороза, разъезжающего на тройке. На Ленинградской появится динамический светодиодный фонтан и сказочные птицы. Звездное небо вот будет новое на улице Ленинградской. Там будут поставлены, значит, металлические специальные порталы, 3 штуки, и между ними будут натянуты гирлянды светящиеся. Украшать Самару будет почти 100 специалистов. Сейчас у них начинается горячий сезон. Виктор Явкин заканчивает установку консоли, нажимает на пуск. Готово, звезды сияют огнями. Электромонтер 5-го разряда набирается терпения и двигается к следующей опоре. До Нового года успеет. Очень хочет посмотреть на свою работу 31 декабря. В это я выходной. Так что буду на елку, пойду на площадь Куйбышева. В 20-х числах декабря огни на новогодней елке зажжет Дед Мороз из Великого Устюга. Примерно в эти же даты начнет работу и новогодняя ярмарка. Умельцы будут продавать интересные поделки, разрисованные пряники, эксклюзивные украшения ручной работы. Огнями всех цветов радуги город засияет уже к следующей неделе. И тогда точно можно будет сказать – праздник наконец-то приходит. Теперь вы знаете, где можно гулять. Хорошего вам настроения и до встречи!